нанесенного пожаром в Рижском замке. Сумма может достигать 5 миллионов евро. Экспертизы затягиваются, сметы не совпадают, и никто никому платить пока не собирается. По предварительным данным, размер ущерба в результате пожара в Рижском замке составил от 4 миллионов 900 тысяч до 5 миллионов 80 тысяч евро. Об этом говорится в докладе, подготовленном Минфином для правительства. Окончательный размер убытка зависит от процедуры переговоров со строительной компанией СБРЕ, так как представленная ею смета отличается от сметы проектировщика реконструкции замка Пилс Проектс. В докладе также сообщается, что госполиция пока не подала результатов экспертиз о причинах пожара, и из-за этого обстоятельства задерживается рассмотрение вопроса о выплате страховки. Переговоры со страховыми компаниями о компенсации ущерба пока не начинались. Как отмечает Минфин, от размера страхового возмещения будет зависеть объем дополнительных средств, которые потребуются для реконструкции замка. Точный размер необходимого финансирования будет известен только после окончания расследования. Смотрите в итоговом выпуске новостей в день.